заметку на канале Мурзинет Лайф. И сегодня довольно нестандартный тест. Тест четырех телефонов. Motorola Xtreme X30. OnePlus отсутствует. Здесь есть iPhone 13 Pro, Huawei P50 Pro и Pixel 6. Кто разумеется, океан, вечер, где-то, наверное, 7 часов. К сожалению, уже солнце ушло, если вы обратите внимание. Но, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, хорошо. Сейчас мой сын на штативе пытается все это дело двигать, не двигать. И мы будем в движении наблюдать, как примерно это будет все сниматься. Давай, двигайся. Стабилизаторы умирают, потому что все на одном штативе. Стой. Микрофоны также умирают. Насколько хорошо видно мое лицо, определять вам и решать вам. Все работает в 4К 60 FPS. Напоминаю, Pixel 6 Pro, Huawei P50 Pro, iPhone 13 Pro. И если, допустим, я сам себя буду с основной камерой снимать, разумеется, у всех разное фокусное расстояние. Примерно так автофокус будет отрабатывать, плюс так примерно они будут отрабатывать в различных условиях обстановки. На фронталку тоже будет пример вечером. Будут разные примеры, не знаю, насколько это целесообразно вообще было так сравнивать, но я даже итог не буду говорить. Мне просто интересно, насколько хорошо они по-настоящему работают сами по себе, чтобы решить самому. На X30 будет еще несколько обзоров с примерами работы как раз из Доминиканы, а из Петербурга уже основной обзор был на канале. Пример работы селфи-камер, то же самое, Huawei P50 Pro, вот этот Pixel 6 Pro, iPhone 13 и Motorola X30. И сейчас я вижу, что Motorola X30 лучше всех справляется с этим делом. Да, мне тоже не понравилось. Раз, два, три. Роллинг шаттера ничего нет. Также все примерно в одном разрешении. И у iPhone, конечно же, великолепная стабилизация. Возможно, неплохо снимает пиксель, но мне кажется, нет. И хуже всех справляется Huawei. Вообще все темно. К сожалению, Motorola очень сильно осветляет. Вот так примерно снимают 4 телефона в одинаковых условиях обстановки. Без стаба, 4К 60 FPS. Единственное, справа пиксель. Вот он подлетел. Так. Сейчас мы попробуем его закрепить. Да, вот так примерно это все будет выглядеть на территории. Нил, хочешь попозировать? Сын пытается позировать. Насколько хорошо все работает, вы сейчас видите. Получается, это Motorola X30, это iPhone 13 Pro, это Huawei P50 Pro и это Pixel 6 Pro. Парадайз на Доминикане. Стабилизатора, разумеется, никакого нет. Все на одной шине. И это так, мини-основная камера. Мини-тест. Аудио то же самое. Вы слышите, как работает. Специально не с максимальной освещенностью, но солнца более чем достаточно для того, чтобы что-то снимать. Motorola 4К 60 FPS, съемка с рук и та же локация, которую вы увидите еще на других телефонах. Понятно, что здесь нет влагозащиты, и так на iPhone, допустим, делать нежелательно, чтобы показывать волну. Допустим, вот такую убьют. Просто телефон. Такие тесты. Волны сразу забирают. Дальше, наверное, метров 5-7 выходить детям точно не стоит. Их вытягивает. А съемка против солнца вот так примерно. Кстати, к слову о зайчиках, мне предположили, что плохо я протер фронталку. Еще попробую здесь потестировать. Но в целом интересный девайс. Надо плавать было, взять назад. Или вечером. Заодно его здесь погоняю. И Pixel 6 Pro. Основная камера 4К 60 FPS, та же локация. У пикселя магия, хотя он у меня основной телефон, он снимает обалденно, на экране обалденно, но на экране телефона. Как только ты начинаешь открывать все это дело где-то в сторонних
программах, на рендеринг, либо просто пытаешься в ECL или каком-нибудь подобном плеере смотреть на больших экранах, то получается у путей. Вот так будет съемка воды. Опа! Осуществляться. И в целом, если опять же брать съемку с экрана, просто шик. Хотя я вижу здесь какие-то плюсы, возможно, вы их уже не увидите. С плошником я так понимаю, 4 телефона. Я потом еще прогоню полотенье с собой. Не планировал я с утра снимать, но с утра тоже интересно. Не только приятное солнце, правда? Это X7 максимум был. Все в авто. Ни температуру света, ни чувствительность, ничего не подбираю. Океан. Энергетика, конечно, вообще космос. И ощущение, что силище просто лютое. Сейчас к хомяку подойду. Утягивает только в шум. Меня кроет под, наверное, шею иногда. Вот сейчас под шею. Вижу движение локации. Вот так его сбивает. Очнись. Хорошо, что это iPhone, правда, сын? Хотя солью лучше его не мучить. Опасная тема. Плавать в озерах нельзя, но персонал иногда плавает. А если кто не хочет, можно? Нельзя трогать воду? Непонятно, по каким причинам, да? Можно потрогать без последствий. Я не хочу мыться. Не хочу мыться. Все хорошо. Вода теплая. И финализировать бы все это мне хотелось на iPhone 13 Pro, что я и делаю. Никакие дополнительные средства для записи звука не используются. Здесь эхо, пока еще панели я не повесил. И основное, что вы должны запомнить, что на все эти телефоны есть обзоры на канале с большим количеством примеров работы видео. Первое. Второе. На лайв-канале есть обзоры из Доминиканы расширенные. И, скорее всего, будет еще один огромный. Возможно, будет из Стамбула и всех подобных точек. Вот я покупаю телефоны, рассказываю о них, показываю, допустим, как те же пиксели, айфоны или еще что-то подобное, что мне нравится, у меня остается. Или Xiaomi 12 Pro. Надеюсь, что ролик был кому-то из вас полезен. Это из разряда того, что вынул из кармана, включил, и вот как оно отработало, так и отработало. Как есть, так есть. Вот такие маленькие 7 минут примеров. Из особенностей того, что было у меня в Доминикане. Pixel 6 Pro разряжался просто моментально, слишком быстро. По мне не было проблем с айфоном, не было проблем практически с Huawei, хотя он местами подлагивал и на экране непонятно, что он снимал. Motorola мне понравилось. Но опять же, Motorola это не идеальный вариант для использования. По поводу фронталок вы и сами все видели, что как кто может. Еще раз повторяю, что если вам интересно, как это в реальной жизни отрабатывает в течение дня, посмотрите на лайв-канале по ссылкам в описании. Также будут ссылки на мои контакты, телеграм-канал взаимопомощи, телеграм-канал скидок. Самое главное, наверное, это описание розыгрышей. Спасибо за просмотр, ставьте лайк за труды, пишите в комментариях, делать ли подобное. Добра и удачи вам, дорогие друзья!